Ну, работа движется. И движется довольно-таки быстро. Это у нас уже почти 2,80 по проекту. Почти готов этаж, задняя стенка. Она же выполняет функцию подпорной стены и будет охранять наш дом от дороги. Здесь это все будет засыпаться. И вот часть, которая будет иметь одно окно. А вот эти вот пустоты, это будет заливаться все бетоном. Бетонные столбы, которые, в которых ригеля, так называемые, будут стоять. И можно сказать, что будет первый этаж у нас готов.